В Павлодаре разгорается новый скандал вокруг так называемого Ворушинского леса. Власти хотят построить здесь новый жилой комплекс «Жулдес» и снести большую часть зеленого оазиса. Под топор могут пойти почти 4000 берез, тополей и кленов. По заключению экологов из резервата Ертыс-Ормана, многие деревья больны или заражены грибками. Отмечу, 5 лет назад здесь уже была попытка построить здание школы, но местные жители и общественники тогда смогли отстоять лес. И вот похожая картина вновь повторяется. А вся проблема в том, что в Павлодаре не осталось свободных для застройки мест. Возможно, этот конфликт между жильцами и строителями не вызвал бы такого резонанса, если бы не одна очень важная деталь. Ворушинский лес – это санитарно-защитная зона. Густорастущие деревья спасают город от вредных выбросов крупных металлургических заводов. Местные жители сегодня заявили, что даже близко не подпустят бульдозеры к своему лесу. Это вот единственный островок, который остался в городе. И если мы потеряем его, не знаю, что дальше будет. Здесь одни дома будут стоять, каменный город, никакой зелени. Зимой здесь выйдешь, с детьми можно погулять, на санках покататься, на лыжах покататься. Где мы в городе, в центре домов будем так кататься? Мы где-нигде. Деревья у нас здесь здоровые, хотя говорят, что деревья у нас здесь больные. Вот посмотрите, где здесь дерево больное? Где здесь кустарники какие-то больные? Деревья прекрасны, здесь просто нужно почистить его от мелкого, убрать, сделать дорожки. Впрочем, в Акимате не склонны так драматизировать ситуацию. Специалисты заявили, что проектно-сметная документация на строительство микрорайона была разработана после заключения экологов. Вместо вырубленных 4000 деревьев, признанных нежизнеспособными, планируется высадить в 3 раза больше молодых и здоровых саженцев. Здесь также пояснили, что готовы провести повторные слушания и просят горожан сохранять свое спокойствие. Как такового принципиального решения о строительстве завтра на этом месте нового микрорайона еще как бы не принято. И проект еще находится на рассмотрении госэкспертизы. Но если будут у жителей какие-то претензии, то, естественно, этот вопрос будет рассматриваться, прорабатываться. И мнение жильцов будет учтено в любом случае.